Добрый день, уважаемые телезрители! Добро пожаловать на баскетбол! Мы с вами отправляемся в столицу Казахстана, прекрасный город Астана. Матч между местной Астаной и красноярским Енисеем. Игроки Енисея прекрасно знают о возможностях Андерсона, и Юрий Царсич тоже команду подготовил. Перехват от красноярской команды, и Ротен Мейс отправляет мяч в корзину. Передача на периметр, Долинин с дальней дистанции. Бросок приходится на переднюю дужку. Андерсон! Вот он один из немногих игроков, который в таких ситуациях не пойдет под кольцо. Можно сказать, что пришел на смену Адаму Канкту. Хорошая игра в защите. Довольно-таки такая популярная история для иностранных игроков. Мяч опускается в корзину. Вот это попадание. Дэвис. В атаке передача на Маркела Джонсона. Хэм записывает на свой счет очередной подбор. Очередные два очка. Аккуратный пас, но Дэвис вроде бы все сделал правильно. Пошел под кольцо, освободился от опеки. А вот у Ротен Мейса такие проблемы возникают нечасто. Браун ниже своего оппонента на 3 сантиметра. Попадает под блокшот, и этот блокшот ставит как раз-таки бич, который так важен баскетболистам, спортсменам, да и всем остальным. Ройс Хэм. Красивый данк с двух рук. Не так часто он бросал с дистанции. Три попытки, две из них цели достигли. Ротен Мейс, передача на Мартина. И Джермая показывает, что у него с прыжком тоже все в полном порядке. 26 набирает в среднем по сезону, 26 у него в этом матче. Скипер Браун взлетает над чужим кольцом. Тоже игрок, которому есть куда расти. Какой блокшот, и как раз за грядинов. 94 становится на счету Енисея. Короче, минут с небольшим. Перехват от Карпенко. И and one. 97-69. С таким счетом Енисей побеждает. Столица Казахстана.